ребята! И, в общем, в этой серии Бубалены будет сражаться такой же, наверное, догадались по названию, поборник и зомби, свино-человек, ну или зомби-бегун. Ну что ж, значит, для начала давайте проверим Джонни против зомби-пигмана. Итак, бой. Я сказал бой. Алло, поборник, ты же поднял топор. Не, ну ты вообще тупой. Мне капец реально поборник тупой. Так, надо заделать арену. Ну, давай, дерись. Довольно необычный результат, потому что зомбарян, в принципе, на изи. Но как только зомбарь стал полусвиньей, это изменило все. Ну что ж, давайте проверим. Зомби Пигман против поборник. Один поборник. О, теперь же очарованным топором. Так. Одного победил, второго. А прикиньте Джонни по сравнению с ним, это как Джонни и зомби. Ну, получается, что он может убить только одного. Хотя тот был с зачарованным топором. Давайте еще раз. И еще раз. Эй, деритесь. Деритесь, кому сказал. Я король, я заставляю вас дряться. На этот раз получился еще быстрее. У него, наверное, такой был на лечении. Так. Ну что, давайте теперь схватку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Ну что ж, в таком случае да начнется бой. Поборник против одного зомби-пигмана выстоять не может. А вот 10 на 10, в принципе, выстояли. Теперь давайте проверим, сколько эта банда выдержит зомби-пигманов еще. Один. Мочи. Второй. Ну все. Так. Так, ну теперь давайте дома сделаем намного больше. Так, давайте тогда этих поборняцких убьем, потому что они нам вовсе не нужны. Извините, ребята. Давайте тогда одного Джонни убьем.
подготовлю еще. Одного Джонни убьем. Чтобы было 12. Ну все, 12 на 12. Вот уборники уже готовы резать. Битва! Я сказал битва! Я сказал битва! Ну что ж, а вот в битве 15 на 15 зомби пигмены одержали победу. Ну что ж, в таком случае даем победу зомби пигменам, так как они все-таки могут убить. Один зомби пигмен может легко убить одного поборника. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайки, это необходимо для выхода новых серий. Ну что ж, с вами был я, Виктория Легенда. Ну, в общем, прощайте.